Сегодня опять дождливый день. Это значит к удаче, товарищи. Сегодня мы вышли в очередной раз, чтобы поддержать политику нашего президента Владимира Владимировича Путина. Для того, чтобы все в нашей стране увидели, что большое количество граждан России поддерживает его, выходя на площадя, на митинги в поддержку его самого. К сожалению, дождь – это на самом деле всегда помех. Я думаю, сегодня, когда весь мир, как и прежде, ополчился на нашу страну с какими-то необоснованными претензиями, что у нас некие какие-то имперские там амбиции, как будто Путин хочет поглотить всю Европу. Вот пока вот эти вот суждения все существуют, мы все как один должны защитить нашего президента. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому мы сегодня вместе, и поэтому мы выразим сегодня ему нашу полную поддержку. Ура! Ура!